Национальный конгресс азербайджанцев Грузии почтил память и возложил венок памятнику погибших за единство и свободу Грузии. 9 апреля – трагическая дата в истории Грузии. В этот день 1989 года мирный митинг в центре Тбилиси был жестоко разогнан советскими войсками с применением отравляющего газа и саперных лопаток. В результате был убит 21 человек. Сотни участников мирного протеста были ранены. Thank you.